В интернете бурно обсуждают ситуацию вокруг Эрика Лессера и Эдуарда Латыпова. Ситуация очень приятная, потому что, с одной стороны, конечно, сложная ситуация оказалась Латыпов, потому что он на карантине не смог выступать. С другой стороны, Лессер ему помог выйти из этой непростой ситуации, чтобы он мог заниматься спортом, поддерживать форму. И такая вот, такой очень приятный жест германо-российской дружбы, спортивной дружбы тоже, спортивных отношений, потому что человек не думал о какой-то конкуренции, что вот Латыпов может быть для него конкурентом на ближайших Олимпийских играх, а наоборот сразу понял, что вот человеку нужна поддержка, и я готов помочь. И это очень важно в наши времена особо, когда вот все-таки многие спортсмены оказываются в непростых условиях, не в своей стране, да, вот, потому что все-таки Латыпов приехал в Германию, чтобы выступать в Эберхофе, Рупольдинге. У них, к сожалению, не получилось выйти на старт. Хочется пожелать, конечно, Латыпову, чтобы он смог выступить на Олимпиаде. И Эрику Лессеру тоже, я думаю, хочется пожелать новых подписчиков. Мы сейчас видим, что интерес к нему из России только растет. И я думаю, что Лессер как бы всегда был таким спортсменом, который... Он говорил то, что думает. Мне всегда это очень нравилось тоже, как у журналисту, потому что Лессер очень... корректно вел себя из прессы. Я думаю, это нужно, конечно, его коллегам сказать, и к другим спортсменам очень хорошо относился. И этот пример вот с Латыповым показывает, что коллегиальность в спорте очень важна, и вот этот вот момент Лессера и Латыпова, он очень важен в спорте, я думаю. И хочется пожелать, конечно, удачи спортсменам, чтобы они смогли выступить на Олимпийских играх.